региональная сфера относится к компетенции местных и региональных властей. И когда-то, когда, ну, совсем недавно, совсем мы столкнулись с проблемами в этой сфере, я начал выносить это на уровень правительства Российской Федерации. Росгидро почему-то не спешит заявлять о пропаже. Министерство внутренних дел неоднократно направляло предложение Росгидро выступить в качестве потерпевшей стороны. До настоящего времени никакой реакции нет. Жилочку, официальное предложение Росгидро не приходило? Что-что? Официальное предложение, официальных запросов по гидрострою не приходило. Естественно, мы напишем это заявление. Вы понимаете сейчас, что вы говорите или нет? Официальных предложений вам не приходило. Да вы должны зубами там вырывать все эти деньги. Как только сигнал пришел, Владимир Ильич, как только сигнал пришел, мы внутри себя забрали, сейчас это заявление подаем. Долго что-то вы очень разбираетесь. Значит, миллиард у вас утащили? Так, миллиард вот так вот таким образом ушел на поставные конторы, где по два человека работает. Миллиард растворился просто. Вы разбираетесь до сих пор. И не считайте нужным защищать интересы компании.